Йоу, друзья, всем привет, с вами Андрей Беттер, и да, вы не ошиблись, это Warface. И сегодня мы будем его снимать, как я буду выбивать донат. Или не донат? Короче, пушку за короны, друзья. Я думаю, что это донат. Все говорят, что она классная, и я хочу, чтобы эта классная пушка была у меня. Давайте, друзья, покрутим с вами коробочки. У меня есть 21 тысяча кредитов, как вы видите. Вы посмотрите, как я выбью или не выбью. Не, ну я не хочу, чтобы я его не выбил. Короче, смотрите, как я выбиваю этот донат. Поехали. Итак, помолимся Хаймзону. И начинаем выбивать его, ребят. Давай, Хаймзон, выдай мне эту пушку. Конкретно, чтобы качать. Ёб твою мать. Что происходит? Одни фамасы. 12 тысяч уже. Охренеть она стоит. Навсегда, друзья, навсегда. 10, сука, коробок, и она мне упала навсегда. Все, это, не знаю, очень быстрое видео. И как-то так. Вот, и вообще пофигу, короче. Золотую, конечно, можно было бы попробовать, но я, наверное, оставлю эти коронки на следующую пушку, поэтому всем удачи, ребят, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока.